мире животных. Ух, какой. Кто ты? Пошел, пошел, такой, пошел. Блин, на ноги. И смотрит. Классно. Блин, попробую, держи еще. Да не, видно. Интересно, что за птица позирует? Ага. Вот я в них не особо разбираюсь, в хищниках. Хорош. Он на конюка похож. Конюк меньше. Может, сокол? Только он не крупный. Хрен его знает. Скала-то они по земле бегают разве? Не все бегают. Желтые лапки у них. Желтые. Ой, красава. Тынь-тынь-тынь. О. Да жри, жри, что-то. Оп. Что-то жрет. О, что-то сожрал. Ладно, мы тебя сейчас пугнем маленько. С добрым утром, страна! Прибыли в полном составе. Кто смотрит, тот помнит. Дуб Иван. Почему-то мы его так назвали. Классный дуб, шикарный, старый. Была большая дорога здесь шла, там шла дорога. Поле скошенное, но уже подросло. Мы все хотели его побить, потому что последний раз, когда мы приезжали на него, земля была каменная. То есть я вот здесь где-то возле дуба прям крестик тогда выковырил. Здесь вот портретник, прямо вот где сейчас я стою. Там в лесу полтинник советский со звездой шикарным с охране. Сполазим немножко по полю, попробуем. Потом уйдем в лес. Погода шикарная, плюс 13. Кругом хищники. Ну вы уже видели. Вот. Ну и вообще, красота. Сейчас покажу. Облака, как горы. Прям как горы. Эти не убрали, еще лежат. Ну, видимо, в начале лета косили, уже давно лежат-то. Вот такая красота. Как это можно не любить? Вот и я о том же. Помахайте лапками. Бродим, ходим по стерне. Ни хрена ничего, кроме чернины, нету. Первый сигнал для Димы. Печка 27-го года. С глубины. Ты, походу, еще и лопатой ее шваркнул. Блин. Жалко, недушка. Держи. Да, сегодня что-то как-то бедно по находкам. Ну ладно. Так, в итоге ушли со стерни. Тяжело ходить. Пошли через лес. Мы здесь ходили пару раз. Где фокус? Фокус! Да, я здесь. Конина вот такая. У меня была маленькая сейчас, а вот это налобная. Там в лобешник вешалась, и вот ремешки от нее расходились. Первый сигнал. Ну, не первый, конина была. Адекватный. Такой, да, похож на истину. Фокус есть? Да. Я еще прибавил. О, отлично. Ну, капывай, чё. Твои лопаты надо копать. Да. Сейчас я так поставлю. А чё я его поставил? А вот с той стороны капни. Сейчас, чтобы не задануть, а то у нас сегодня... Ой. И все приборы побросали. Доставай. Не, там я. Давай подкоплю. Какая-нибудь жбонь будет. Вот я поржу. Дай. Нет. Монитос. Ну, ты такой здоровенький. Сигнал. Покажи. Подожди, я же все протрал. Кто ты? Сохран, печаль. Вот тебе и лес. Ну тут дорога, может. Уже дорога была. Кони-то какили. И писили. Походу, Александр хороший. Да. Смотри, куда уже он ломанулся. Так, давай-ка здесь серебро искать. Такой же. Такой же? Это треха.
Низкопрофильный. Ну да, походу. Убитый. Нет, кстати, может, еще и живет. Шутозно. И такие. Хотя, может, не, я что-то проявляться. 56-й, по-моему. Или 60-й. Господи, хоть одну империю нашли. Слушай, а и орелька видно. Ну что, живет. На них же фиг поймешь, блядь. Ну да, что-то может и оживет. Может и оживет. Мы молодцы. Не, видимо, тут тоже, да, шастали. Ну, суть пока не нет. Три копейки, 50-й год. Или 60-й. А, подожди. 60-й. Надо посмотреть с другой стороны бревна. Или 50-й, или 63 копейки. Слышишь, Гриш, надо с другой стороны бревна. Орелик, ну вон он. Так, конечно. Не, нормально, через камеру хорошо видно. Хорошо? Блин. Надо проверить, ё-моё, как всегда. У нас так уже было. Ладно. Распух-то нашел. Вот такие примеры. Короче, проверили рядом. Блин, где фокус? Фокус! 50-й год. 50-й? Угу. Еще похода. Давай, давай. Бревна сейчас поднимать будем, ё-моё. А что, запросто? Мы же так делали. Вспомни с пятаками, Димыч, помнишь, когда ты первым... Второй раз, что ли, мы вместе поехали. Откуда он говорит, берет-то, ё-моё, подкладывает, что ли? Ну, за руку за ним. Пятак. Еще, говорит, еще один пятак. А я с рукой там, что хоть не пихает. Сигнал не такого. Не, ну, блин. Поменьше. Да хоть чего. Хоть расчехлились в империю. А то уж. Жаль, чуйка меня сегодня не подвела. А то последнее время это, не доверять ей стал. Конечно, ты такой. Ага, там серебряник этот, тех годов. Ну, конечно. Заметный. Руки. А земля темная, видишь? Ну. Это от монеты может быть. Ну, может, от жбони. Не, мне это монетов. Пятак? От монеты. Тех же годов, да? Ну, сейчас посмотрим. Ну, да, это низкопрофильный. Земля какая, смотри, какая от него. А, серая, да? Да, да. Пятак, пятак. Еще проверь. Я же сказал, смотрите дорога. Рядом, это лес. Рассыпухи обычно дают. Да не, в лесу-то везде надо лазить, это понятно. Кроме чего, если... Да хрен его знает. А потому что листья. Ну, он видал сейчас, он по обсоку, вроде что-то видно. А бил каким? Ну, у меня 27-30. Кстати, тоненький. Живот все-таки ползет. Какой? Жужелец. Где? О, это получше. 60-й, пятак. Ага, пил. Скажи. 60-й или мод 50-й? 60-й. А нет, 50-й. Вот здесь жопа плохая. Ну, а воду здесь... надо. Ух ты, ёпта, красота. О! Значит, здесь была ямина. Проверь еще. Проверим. Ну это точно 60-й. А тут 50-й. Или 60-й. Нет, 50-й. Ну куда я тут? Нет, ты что? Есть? Копай глубокий, мне тяжело кормить. Димочка, копай. Инвалид. Вот этот вот мостовчик срубай. Опять между бревнами, Саня, я тебе говорю, сколько, да, вот мы, помнишь, я тебе говорю, двушки подымали. Под бревнами тогда ты же нашел в этом. Блин. Павлов вроде, да? Павлов, да, двундель ты нашел. Да много вот. Пи-пи-пи-пи. А там либо сразу проверь. Не надо, это пусть интрига. Это интрига. Как а здесь прямо аж 34-м, значит, пятак. Опять земля такая темная. Угу. От него. Тут где-то что-то. Может, не позеленеет, может, посеребреет все-таки. Не знаю, 34-м бил. Медленно. Интригантка, е-мое.
Да тут где-то уже. Где он? Итак. Итак. Продолжаем. Кайф! Слизь, как угорело. Я же тебе говорю, под каждым кустом, под каждым бревном. Вот я ругался на трактор, все, блин, думаю, скотина поет, блин, вот и спел. Внутри, может, еще там все есть. Может, еще, не надо, вон, пятачина-то кружит. А? Да. Четко, блин. Пиу. Тоже 60-го. Посмотришь, да, низкопрофильник. Да вот, блин. А может, такие же грибники сел и потерял? Да были здесь, они просто ходили. Я тебе, мало ли, как он эту рассыпуху потерял? Сел, ну, и... Подумать. Да. Задумался. Или на лошадь ехал, рассыпал, тоже он, конечно. Здесь, скорее всего, была, могла быть промоина, я не знаю. Очень хочешь, могла быть, тоже убитый. Или нет? Что-то видно. Что-то видно. Тоже 60. Да, да, угу. Такой же. То есть какие? Нет. 65-й. 65-й? Или 60, или 66-й. Нет, не 0 последний. 0-0. Не 0, говорю. Все, что ли? Не все? Ну, понятно. 60-й. Да? Продолжаем. Копайте глубже. Где именно? Да там. Кошель. Кошель. Сань, твоя очередь, давай, лопатку. Точно бревна надо будет, скалу поднять. Ну не кладуха же, ё-моё. Ой, я поржу. Я понял. На верхушке где-то. Вот вам и Подмосковье. Сколько уж такого было? На. Вон она. Трех. Двушка. Двушка. Что еще не было? Копейки. Сейчас, подождите, интрига продолжается. Да господи, они так скрипят, как будто это. О, дядь Дим, точно, ты пока посиди. Ой, блядь, сейчас уебнется. Нахрустел. Ой. Пел. Конечно, здесь явно была лужа. Вот рыбка дает, вот точно была лужа. Ну, судя по сохрану, здесь была лужа. Куча была тут лошадиная. Чё там? Вот не видно. Двух. Ну, тоже тех же, да, низкопрофильных? Да, низкопрофильных. Вот и чё кольцевики-то не попадаются? Так. Ну да, сохран, конечно, так себе, ну. На безрыбье. Всё что? Хватит. Вроде все. Прошли сквозь лес, но он небольшой. Где фокус-то? Фокус. Okay. И вот как будто бы, видите, выход дороги. И такие же дубы стоят, как на входе. Там, по лесу. Возможно, что мы ее насквозь и прошли. Пока больше ничего нет. Осень. Листики падают. Красота. Добрели вот до такого оврага. И, видимо, он был на картах, да? Ну, что они там делают? Лежат. Видишь, там сюда. Да. Раритет. Причем они уже такие проржавели до этого, до основания. До выхода старой дороги еще 200 метров за спину. Походу у Димки рассыпуха тоже, только уже советская. Идем. 53-й год. Какой? 53-й. Ну уже, нет, не ранний. У меня было 248. А ну-ка. Чего? Ну, рядом еще побить. А, вон там, где откопан еще. Есть, да? Ой, елки-палки, сейчас чуть носом не хандебакнулся. Хандебакнулся. Клевое слово.
О, Дим еще рассыпуху нашел. Не ту, конечно, немножко еще хотел. Ну, тоже хорошо. Сань что-то там роет. Сань там подкову нехилую такую. А Любка ножницы. Ножик? Ножницы. Да, блин. Да достань ты ее уже. Двух. Кот-то какой. Кодик. Что там? Все? Все. Хватит. Я уже перчатку просто использую как тряпочку. Три монеты? Три монетки. Хорош, отлично. Ты бы отошла бы? Ну, нет, это все равно. Там. Три штучки, ну и ладно. Ну, хорошо. 54-го тоже. Угу. Бежи. Хорошая вечно. Пошла я, прям. Блин, это да, мы когда-нибудь просрем что-нибудь вот такими побегушками. Это не дорога была? Это овраг. Это овраг, стопудов до него ходили. Ходили, ходили, там чернину. Ты вот какую взял хабарницу, такие тебе и находки. Фиксики. Игрушка на тубе. Которая успешно с белозитка катается. Да, да, да. Сожрали. Ребенку не достались конфеты. Более старые, что и дети тогда их спороли все. Ну, хоть сам тубу составили, слава богу. Ой, идем туда. А уверен, была что пробка. Да? И опять под бревнышком сигнал. Сейчас будем онлайн делать. Такие-то сигнальчики не западло поснимать. Хотя, что хочешь, может быть. Копаем. Хороший. А вот это дорога. А очень похоже. Давай я. Ага. Не то? Да. Ё-моё! Ну, вот этим и застрелиться, блин. Сань! Сань! Авиационная. Поднимайся сюда! О, чё? Там с рисунком? О, по, сейчас. По бокам. Находочка интересная, сейчас выскочу. Да, такие насечки по бокам идут. Типа пуги-гирки, что-то сейчас фокус найду. Целенькая. Что било? Погано било. Сначала черниной, потом вроде расцветнилось. Так. Зашел. Рамка. Щитовик. Щитовичок. А, щитовичок, что такой? Бодренький. 20 копеек. А, ну да. Отмоется, очистится. 58-й? И будет жить дальше. 58. Где-то здесь, в общем-то, вот эта вторая дорога, вот в этом районе, непонятно. И где-то вот там та самая барская усадьба. Сейчас мы вот здесь обследуем, потому что у меня вот такая штучка. Очаровательное ушко сломано, но это не беда. Это не беда. Хорошо, прохладно. И во, красота. Ой. Пришли мы на слияние этих дорог. Вот где-то здесь пятак. Это тут она была. Непонятно. Ну, чернины много. Из-под бревна сигнал. Короче, пятак, по-моему, 80-го года, что ли. Позднятина, вообще позднятина. Так, прилетел дождь нас, решил помочить, Любка потерялась. Ай, блин, упаль, упаль. Тут капуста, тут копейка. Точно. О, пойдет. Ну, короче, номер опять у нас, как в том году.
Опять екатерининский затертый портретник. Да, конечно, от него уже ничего не осталось, но... Но грамулька серебра. Что там, Димыч? 21. Может быть, пробка, блядь. Ну-нибудь угасит. Потом запикивать это затрахивается. А, я понял. Я думал, ты не снимаешь. Да нет, Асюш. Пока это снимал, пока то. А ты говоришь, здесь она была дорога, да? Очень интересно. Не, лес, конечно, изумительный. Вот, в каких-то приколах вот таких вот. Глубоко. Смотрим. Давай, Димыч, еще один. Ага. Ну, а что? Тут-то? 20. 20? Угу. Портретник еще один, что ли? Точно, серебро. Что? Серебро. Блядь, залезный. Ой, я извиняюсь, залезный какой такой же, да? Угу. Ну точно, видимо, это гривенник, скорее всего. Это пятнашка. Пятнашка? Такой же, как ты там. Но только она стертая вся. А что они такие залезные? Я говорю, на манисты затерли, а сделать манисты не успели. Интересно. Это прям рядом с твоей? Ну это да, это у меня вон ямка. Где? Вон. Вон она. Вот. Ну все равно, а что? Честно, кто-то лёг с собой на манисты и потерял. Все пищит тут на вас. Уходим. Продолжается. Двигаем. 20 копеек рамочный. Двигаем по чуть-чуть в сторону машин. Так вот он так, извините, сейчас выпал монетку. Монетку. 45-го года. День Победы. День Победы. Как он был от нас далек. Вот костре потухший, таял уголек. У меня за все время сегодня вторая монета. Да ладно. Да. Что так мало? Ну вот так. Ну, шняга. Ну твою рассыпуху-то каплю. Ну да. Так. Вроде неплохой сигнал. Я уже затыл, слушай. 30. Какие сигналы? Либо это крышка, может, что-то не глубоко, походу, лежит. Ну понятно. Давай рубай. И все. Крестовой. Что-то наверху, да? Наверху, да. Неплохо уже. А? Нет. Вот ждешь ее, ждешь. Ага. Хрень, да? Ложка. Блин. Да. Ага. Царская? Не. Фигуру, да. Ну да. Лужная тревога. Да. Ну а мне куда? Так, у Любы совет. А у меня вот такая штучка. Как вы понимаете, это кусок пропилена. Кусок, да, крестик пропилена. О, да это щитовик. Щитовик? Угу. Только ты. Ну да, надо отмывать, смотреть. Угу. Очень интересно. Молодец.
упали. Грибы упали. Да, у нас вот такие вот печали сейчас покажу. Куски. Ну не может же здесь два пропеллера раздолбанные быть. Ну это вообще пипец. Что в разных местах могли лежать, один там подсгнил, другой нет. Похоже вообще на верхушку. Ты его что? А чего? Смотри, какая далека. Ну да. Где? Он тут был. Вон, за березой. Вот здесь. Ага, вот. Да. И вот продолжение. Ну, короче, соберем, потом отмоем, покажем. Так, у Димыча сигнальчик. Сейчас попробуем камеры рассмотреть. Хрен знает. Мыть надо. Вода у нас опять убежала. А с воды нету. У Любки бутылочка была вроде. Ладно, помоем, посмотрим. Прикольные грибы обнаружили. Сейчас попробую, уже пасмурно. Не пасмурно, а еще темновато. Кораллы прям какие-то. Что интересно, это за грибы-то? Прикольные прям, как в натуре кораллы. Такие, как медведи. Итак, други, находились. Да, подустали. 10 часов почти мы лазили по лесу. Лес чудес. Вот. Сейчас покажу, что наковыряли. Гуляли прекрасно. И потеряться умудрились. И под дождик попасть. О, елки, поэт, что за бриллиантовое колье. Это эксклюзив. Ну это вообще бомба. Бомба. О. С утратами. Брульянт потерял. Два брульянта потерял. Ну что у нас сегодня? А, да, еще в ЛКСМ. В прошлый раз я этот октябрятский значок поднял. Все, поднимаемся, растем. Уже до комсомола доросли. Ну, это, наверное, пятнашка, да? Пятнашка. Вот пятнашка, она такого же размера. Это полуполтина, скорее всего, по размеру. Надо будет померить. Гривенник? Не. Гривенник еще где? Меньше. Гривенник маленький. Это десятка же. Гривенник вот такой вот был. Нет, поменьше. Это пятнашка. Чуть-чуть поменьше, а это, скорее всего, пятнашка. Гривен... Потому что вот это, я думал, что это двадцатник. Вот по размеру с двухкопеечной монеты. А потом, когда мы целый двадцатник подняли, я их сравнил вот с тем, который я здесь поднял, они абсолютно одинаковые. То есть это полуполтина. Ну, надо посмотреть, я думаю, да. Ну, и вот это, конечно, она и печаль, с одной стороны. Но с другой стороны... Ну, конечно, в наростах. Вот, этот без наростов, а вон, видишь, короста какая на нем. Аккуратненько его очищать, отмывать. Рассыпушка низкопрофильников. Ну, вот и все. Дуб Иван нас встретил хорошо. Ну что? Под шелест дуба Ивана. Всем пока. Мир животных продолжается. О, красиво стоят. Бочки. Красиво стоит. Тебя в полосатку. Лягушка наверное, ловит. Да, ну а что ничего? О, вон еще. Жирафы, блин. Просто стоят. Они секут. Ладно, пусть стоят.